не должно быть экстремизма, не должно быть пропаганды терроризма, установки связи между террористами и экстремистами, не должно быть порнографии, не должно быть торговли людьми, оскорблений. Проблем много. Решить их, как представляется, проще всего одним простым способом – исключить анонимность. Люди в обществе не скрывают свое лицо. Люди в обществе не прячутся за псевдонимами, вступая в деловые отношения или просто в человеческие отношения. Люди не скрывают себя. Когда они скрывают себя, значит, что-то не в порядке, либо с законностью, либо с нравственностью. Поэтому и нужно, чтобы в интернет-общении, так же, как и в любом другом общении, в любом другом взаимодействии, люди называли себя. Если нельзя, положим, полностью исключить анонимность в интернете, давайте добьемся того, чтобы приличные люди ходили только на те сайты, в те соцсети, где люди называют себя.